Дорогие зрители, Минкас всех вас приветствует, дядя Вочи у микрофона, и у нас начало матча. Наконец-таки, 15 минут мы с вами ждали, и все-таки пистолетка. One Win против Спраут, вся та же премьер-лига 39 сезона, борьба в рамках групповой квалификации пока что за выход на EPL Conference, которая будет разыгрывать уже прямой слот на EPL 15 сезона. Но об этом чуть позже, точнее 16-го. Пистолетка начинается, и One Win без каких-либо проблем ставит пакет на запуск, играет Спраут. Если играет на запуск, то, наверное, сейчас мы увидим шикарное выбивание от команды из Германии. Есть даже флешки от Спиди. То есть сейчас будет откидываться, скорее всего, на девятку на выход. И плюс сплит от Слакса и Берри. Тут, кстати, Слакс и Кейп уже по фрагу сделали. Трэвис отреагировал на девятку. Сразу же Трэвис еще и право добрал. Трэвис еще и по Кею. Очень сильно Трэвис размансил. По итогу дуэль формируется между Польтом и Спиди. Киты подлутал. И дергается бомба. Все, времени нету. One Win забирает пистолетку. Спиди, конечно, молодец. Но, наверное, MVP раунда это Трэвис, который сделал 4 фрага квадра в пистолетном раунде, и 1-0 за командой One Win. Так вот, еще раз быстро повторюсь, это такая динамика, и не успеваешь все сразу. Но времени у нас сегодня будет много. Два в ряд на этом канале матча мы будем смотреть. Борьба из 17 команд. Пока что у нас групповая стадия. Борьба за выход в плей-офф стадию. Первое место, помимо $20 000. EPL Conference. Это у нас будет квалификация на ESL Pro League 16 сезона. Из 16 команд 6 залутают плот на основную стадию. Именно здесь, в рамках премьер-лиги, команды, которые вы видите, и здесь, и на параллельном канале, а там на параллельном канале уже идет борьба Gamer Legion и Anonyma, будут все эти матчи сегодня, завтра, послезавтра, ближайшую неделю прям плотненько. Форс от команды Спраут. Отгонка и Трэвиса по фрагу. В сайде не получилось ни Спиди, ни Берри по одному фрагу сделать, к сожалению. И надо сейвить все, что осталось. Лететь, выбивать такое, наверное, все-таки будет ошибкой. А вот сохранить девайсы. Скаут, Дигл, Арморы. Два смачка есть. Это все понадобится в хозяйстве. 2-0 за командой One Win. Кстати, эта встреча уже была. И довольно-таки давно, правда, в конце 8 месяца One Win со счетом 2-0 выиграл команду Sprout. Но, по-моему, на тот момент еще не было решафлов небольших у команды Sprout. Конечно, я не ошибаюсь. По-моему, Берри на тот момент не играл. Играл Кресси. Кресси, который сейчас, насколько я знаю, вообще в инактиве. Бывший игрок команды Alternate Attacks. Он пришел вместе с Лаксом в эту команду. И сейчас, как я понимаю, Кресси до сих пор в поисках. Но, на самом деле, информация стала. Отсылка к тому, что, можно сказать, и не пересекались особо. Действительно, это было давно. Огромнейший, конечно, потенциал у команды One Win на выход с групповой стадии. Тут пока что против пистолетного раунда проблемы видим, что никаких особо нету. С этим раундом должны One Win справляться. И ждем от Спраут оружейный. Маг почти сработал. На всех там 4 хп осталось у Ральса. Ну, в общем, 3-0. По поводу Мобвета, я стараюсь для вас периодически добавлять в чат эту информацию. Если вы нажмете восклицательный знак Map, Maps или Pick, бот должен вам ответить улыбкой и покажет вам эту секретную информацию. Проверяйте в чатике. Дядя Watchful постарался для представителей общественности. One Win, Нюк, Спраут, Ancient, третья карта Vertigo, в случае, если она у нас будет, естественно. Так что тестируйте бота, сильно его не кошмарьте, но он будет стараться помочь каждому новому, кто придет нам на трансляцию.
Это будет ESL Conference уже следующего сезона. То есть мы с вами буквально недавно смотрели, и я для вас комментировал EPL Conference. Это был 15-й сезон, а сейчас квала на 16-й. На 16-й сезон, тот, который будет... Вот я затрудняюсь сказать, когда, но, по-моему, аж в июне месяце. Аж в июне. У нас оружейка на экранах, кстати. Целая минута раунда прошла, никто ни с кем не встретился. 4 эски, снайперская винтовка у Слакса. Ну, кстати, стопающий гранат маловато, только 2 смока. Есть, конечно, флешки. Но там потихонечку уже подходят ребята по точку Б. В принципе, тут уже выход оформляется. В сайде абсолютно никого нету. Есть только Ральс, который находится на вилке. И как бы все. Ну, значит, ожидаем выбивания. Но эта задача не из легких. По классике остается один люркер в лобби. Это был Польт. Но тут сразу же справа его проверили и ликвидировали. Но бомба установлена. И время идет. Тут еще какой-то... Тайминг пришлось подождать, когда пройдет смог. Трэвис и Дека по фрагу. Ну, тут уже все. Явно нужно уходить на сохранение. Эсок и снайперской винтовки. 4-0 за командой One Win. Команда One Win сейчас в групповой стадии идет на первом месте. Они, конечно, сыграли довольно-таки больше матчей. Тут, кстати, на отходе Слакс еще успел некоторых пофоткать. One Win сыграла 5 матчей, 3 выиграла, 2 проиграла. У Sprout на самом деле всего лишь одна карточка была за всю историю. То есть получается, что мы с участием команды Sprout в ближайшее время будем смотреть матчи очень много, потому что им нужно догонять. Потому что уже 14 числа начинается плей-офф стадия. Нужно все игры сыграть. Так, Кей забирает Гловинка. Есть подключение от Берри. ППшка сработала. Падает Трэвис. Сразу же Берри меняет автомат на более приятный. Ну, хотя это у нас пистолет-пулемет, да, будет корректно. На автомат Калашникова меняет. И... хо-хо, подставился тут Польт. Ну, возможно, не ожидал, что именно здесь находится снайперская винтовка. 5-2 по итогу. Ну, и нащупали этот раунд. Команда Sprout. 2 в 5. Ситуация не из легких. Хотя, такое возможно. И мы уже видели на практике. Но видно, что поборется. Дека не уходит за красным. Распикивает улицу. Хедшот по Кею. Мейн не подключался. 35 секунд. Бомба лежит. Причем лежит, по-моему, вообще на крыше, либо над Ревенлотом. Ну, да, они уже игнорируют. Игнорируют бомбу, решили просто выбить девайсы, дабы нарушить экономику команды Sprout. Но получилось оформить только одно убийство в ангаре. 1-4 становится счет. Да, друзья, в рамках ESEA Premier ESL дал рекомендации, в скобочках правила, что нужно всем студиям, комментаторам и так далее устанавливать задержку в 150 секунд. Если не ошибаюсь, все это началось после того, как появился тот самый нашумевший тренерский баг. Но это не точно. Но самое главное, что все в равных условиях, задержка на всех каналах, поэтому не страшно. Так, Берри находит прострелом Польта. Кей подключается, Угловинга находит. Ревенлот на размене. Ну, вовремя, что Данил тут подключился. По крайней мере, 3 в 4 играбельно. Опа, находится Трэвис. Я очень вовремя отреагировал. Буквально недавно я комментировал игру команды Sprout. Вот конкретно у Кея 2 игры в ряд почему-то совсем не шла игра. Как будто
как будто что-то не пошло. Буквально вчера был матч, слот на квалификацию в закрытую ESL Challenger против команды OneShot. И вот там Кей прям не сильно себя классно показал. До этого был матч против Skate. Но тут все-таки закрывается раунд без каких-либо проблем. Ральс как был в позиции, так и остался. 2 килла от него. 2-4 на табло. И вопрос с деньгами поднимается у команды OneWin. Возможно, будет все-таки пистолетный. Так вот, по поводу квалификации, которую я вчера комментировал на своем канале. ESL Challenger на Anaheim. Это в рамках DreamHack будет разыгрываться слот. Планируется, по крайней мере, в офлайн режиме. LAN, но это еще действительно под вопросом. Тот самый слот на EPL Conference, друзья. Вот. И как раз-таки команда Sprout с первого места вышла из открытой квалификации в закрытую. И мы еще с ними, естественно, увидимся. Ральс находит Польта сквозь смог. Но с другой стороны, это пистолеты. Текущий раунд не страшно проиграть. А вот дальше следующий будет уже закуп у команды. Там нужно будет попотеть. Но пока пистолеты, арморы, в принципе... Действительно, не страшно. Хотя иногда и пистолеты имеют свойство абсолютно все переворачивать. 50 секунд времени. Все-таки под Б на Ральса будет идти. Флешка отскочила от модельки. По итогу она не сработала. Два убийства от Ральса, Слакс тоже подключился, Дека только одного срезал и 3-4 счет. Но возможно, если бы флешка вылетела по назначению и не попала в модельку, то было бы побольше убийств. Но это не точно. Но в целом это был пистолетный, а вот теперь уже закуп. Один Галил, три Калаша, Авик. Немножко подвинули тиммейта. Слакс пушит с Авиком за красным улицу, но если бы чуть-чуть сделал короче выпад, то выжил, скорее всего, да. Но справляются с этим поджимом команда OneWin. 3 в 3 размен приятный для атаки, а вот после убийства Ральса уже не сильно хочется улыбаться. Уже меньшинство, дека 22 хп, но и грабельно. Бомбу, скорее всего, за красным должен забирать дека. Поль сразу же сместился в лобби. Приходится сканировать тут абсолютно каждую позицию. Нет понимания, кто где, но Берри полком стоял. Легкий фраг для Польта. И 2 в 2. А вот это уже рабочая схема. Действительно. Время, правда, поджимает слегка. 50 секунд. Да, забирается Польтом все-таки пакет. Скорее всего, там дека все время был в прицеле, контрил улицу. А по таймингу Ральс просто вышел с девятки и добил 20-хипового дека. Польт подобрал, конечно, бомбу. И они сейчас поймут, что это секрет. Если бомбы не стало, значит игрок находится именно в этой позиции. И идет по точку Б, но и спиди его ожидает. И прям на прицел приходит голова Польта. 4-4 и снова нету денег. Снова проблема с финансами. 3200 это экономический. И еще раз придется все-таки брать пистолеты, но пока что ставится пауза. Инициатор которой является команда OneWin, ну, скорее всего, тактическая. Нам остается только ждать. Будем надеяться, что эта история ненадолго. Параллельно на четвертом канале Мэнкаст работает для вас мой коллега Саныч. Там Геймер Легион и Анонима. Уже первая карта у них закончилась. Со счетом 16-11 выиграли поляки Анонима. И переходят потихонечку на Мираж. Ну вот эта карта, кстати, Геймер Легионов. Она им явно будет поприятнее, нежели чем Инферно. В режиме мультитрансляции вы можете наблюдать за
двумя каналами одновременно. Потом ближе к 9 часов начинается уже подключение второго канала. Там будет для вас освещаться матч с участием команды Forza EGO. Довольно-таки тоже интересный. И по итогу даже три канала одновременно можно наблюдать, пользуясь этой функцией. А там выход под флешки. В лобби из Квики. Спиди не против постреляться, причем пришел в агрессию. Слакс прикрыл тиммейта. Данил забирает Спиди, остается против двоих. Есть ППшка для него. Слакс промах, идет доедать с Юспиком. Услышал Рейвен Лота. И все-таки с потерей двух тиммейтов забирается этот раунд от Слакса и компании. 5-4 счет, но теперь закуп от команды Ванвин снова. На самом деле, ну ладно, чуть позже скажу, тут Гловинга максимально крепят. Хороший молли, который прогоняет с цистерны, со скалы игрока, дабы не было доминации с неба на улице. Довольно-таки активно, кстати, выбивает спраут улицу. Очень... редко такое, на самом деле. Видишь, втроем по улице работали. И по итогу они это сделали и ушли в более пассивные позиции. Только Кей тут на тусовке. И вот она скала. Совребен 1.6. Она же цистерна. Сработала. Падает Поль, который контролировал вроде бы врыв лобби. Уже 4 в 4. Но Ванвин не мешает проходить дальше по улице. Тем более, когда был open фраг. Хаешка, к сожалению, чуть-чуть поздновато. Вот зато Спиди в спине. А увидел ли он бомбу? Возможно, он ее не увидел, но к нему-то идет Гловинг. Неприятный смог. У него есть просвет, но все-таки Гловинг успел проскочить. Возвращается по тому же маршруту и без проблем, кстати, отпустил его. Игрок защиты, Берия... ну, должен подключаться к Спиди, хотя Спиди и без проблем и без тиммейта справляется. 4 в 2. Падает бомба. 10 секунд. Раунд проигран. Тут не получилось добежать до его установки. Хотя Трэвис находится уже в сайде. Но, к сожалению, бомкерри был ликвидирован. 6-4 становится счет. Но есть два автомата Калашникова на этот раунд. И, в принципе, тиммейтам есть за что докупить. Поэтому еще один оружейный от команды Ванвин. Такое ощущение, что Ванвин уже понимает, что там довольно-таки агрессивно занимается улица. И не зря аккуратничают. Да, один уже в секрет прошел. Причем никто улицу так и не контролил на этих таймингах у команды Спраут. Но зато двое укрепили выход под рамп. Спиди слегка взорвали. 5-6 хп остается. Прям под линеечку. Ну, методом исключения они должны понимать, что контроля улицы не было, скорее всего, секрет. Хотя пакет у Ванвин через радио под Б, по всей видимости, будет идти. Вот Трэвис, который уже прошел, будет все это дело сплитовать. Через Квики Кей услышал и знает, что в сайде есть один игрок. И вообще без проблем с ним справляется. Трэвис не ожидал здесь такую позицию. Время поджимает очень сильно. 30 секунд. Рейвенлот увидел Берри, но тот успел сместиться. Сразу же позвонил своему другу на снайпере. Тот уже в прицеле. 20 секунд. Спиди батит на себя много внимания. Гловинг, естественно, смотрит. Спиди! Жестко.
переиграно. Польт с девятки забирает в сайде игрока, но время тикает 8 секунд. Польт один, бомба валяется. Все сейвятся. И Спраут понимает, что нужно просто немножко пожить. 7-4 становится счет. Но Польт в этот раунд унес, конечно, снайперскую винтовку. Но там под вопросом, конечно, на этот раз закуп. 3600, 3400, возможно, придется действительно экономически сделать. Но попробовать отыграть от снайперской винтовки. Уже как вариант. Есть, конечно, флешки. Возможно, будет какой-то быстрый выход. Или на поздних таймингах быстрый. Но пока выглядит все довольно-таки неплохо у команды Sprout в дефенсе. Хотя стартовые для OneWin в атаке были прям легкие, да? Но потом вот Sprout прям начали убегать, причем без остановки. Бамс! Плюс эска на руки. Вот это, возможно, Ральс зря сделал. Решил подпушить на экономическом раунде. Кей погиб, только один фраг от него. Это уже плюс два девайса на руки. Тревиса запускают, дабы можно было девятку распикнуть, но там пока никого нету. Польт остался смотреть поджим улицы. Кстати, там есть Слакс, но, судя по радару, он вообще не двигается. 40 секунд времени. Под размен Тревис сыграл, но там есть еще один игрок. Это Берри. Не смещается, кстати, Слакс на более пассивную позицию под девятку, либо будет улицу контрить. А, Берри, какой же тайминг, и второго увидел. 25 секунд снова. Уже поднимается вопрос по поводу времени. А бомба до сих пор лежит. Слакс смещается в сайт. Ну, под ним топает его игрок. Минус Польт, 8 секунд, и подозревают, скорее всего, что где последний. Да, тем более он выстрелил. Опять заканчивается время, бомба валяется, 8-4. Но это, с другой стороны, были пистолеты и авик. К сожалению, не получилось. И по итогу 8-4. Снова закуп на деньги, которые выдали. Ну и нужно оправдывать. Пока что 4 маловато будет для первой половины. А осталось играть уже не так уж и много раундов. Поэтому надо, наверное, подключаться к команде OneWin. И Польт услышал. Сразу же с Лакса прострелом через сквики добирает. Есть преимущество, знает Спраут про улицу однозначно. Опа, добрый вечер. Отличный тайминг находится. Ловинг под девятку, скорее всего, будет проходить на 9. Берег, конечно, находится в более пассивной позиции. Но, возможно, Ральс тут погибнет, если, конечно, контрить не будет. Что там уже у него спина горит, Кей забирает Польта. Да, все-таки Кловинг забирает на 9 игрока, но есть поляк, который не прощает. Два убийства от него, Берри последнего дека, который был в лобби. 9-4. Прям за 3 секунды это произошло. Два раунда осталось. Два раунда. Вроде бы и закуп есть каждый раунд. И луз-бонус не обижает. Но вот после 4-0 как-то не получается вообще показать свою атаку. А вот тут быстрый агрессивный выход. Сплитом через мейн и будку сработал. Там еще через сквики подтянулся дека. Ну вот, нащупывается. А как тут Ральс очутился? А как он вообще двоих сразу не убил? Так долго? Наверное, это все-таки были вентиля.
все время камера была на другом игроке. 9-5. Ну, получилось на ноге взять раунд. Лучше поздно, конечно, чем никогда. И в идеале залутать последний. Последний шестой для себя. Тогда, в принципе, не так уж и критично будет смотреть на счет. Особенно, если будет взята пистолетка, да? Но команды Sprout 9, это, в принципе, уже результат неплохой. Так, на поджиме погибает Slugs. Польт контролировал и не зря. Ну и теперь, наверное, более пассивно будет отыгрывать Sprout. Там Кей, скорее всего, под флешку посмотрел, как дела на улице за красным. Но разыгрывать уже 5-4, естественно, приятно. Так, под Б все-таки идут. Да, все-таки под Б. Бери уже внизу на готове. Желательно, чтобы кто-нибудь ему пришел и помог. Хороший тайминг поймал, но Ravenloot сразу же пригнулся. Не сильно критичная хаешка. Бомба ставится, Трэвис прикрывает тиммейта. Увидел дуло эски, но без фрага. Беру падает. Точнее, Бери. Частенько Беру почему-то хочется говорить, но он как бы Бери реально. Но должны справляться. Тут один кей остается. Шестой. Да, под размен. Дека забирает поляка. Ждем вторую половину. Ну и сейчас проверим, как на практике Sprout покажет себя в атаке, а Ванвин в дефенсе. Ну и судя по тому, как быстро прожимают рейди, возможно, даже и на какую-то паузу мы не уходим. Кстати, баллами канала большая часть за Sprout все-таки подтопила. Напоминаю, что сегодня здесь будет на этом канале два матча. Следующий в 21:00 по Москве и в 20:00 по Киеву. Это Немига и Соу. Будем смотреть за этими ребятами. Где-то примерно в эти тайминги вроде бы решафлов по времени не должно быть. То есть мы успеем и текущий посмотреть, даже в случае, если будет три карты. И потом Немига и Соу. В принципе, комфортно. Вот, и не зря действительно включалась тут заглушка. Смена сторон, рестарт, поехали, пистолетка. Sprout в атаке, Ванвин защищаются. Ну и надо забирать пистолетку команды Ванвин. Иначе убегут Sprout в атаке. Так, подтягивается, по всей видимости, в лобби. Есть на раскиде, по-моему, на крыше игрок. Это Спиди либо Ральс. Так, Спиди с лобби, а Ральс, скорее всего, сверху накидывает флешки. Молик, который выкуривает игрока на будке. Это был Трэвис. Сразу же его тут сбривают. Девятка не подключилась. Но там мейн отсмочили. И бомба установлена, и время пошло. Четвером, конечно, тяжело выбивать. Мало того, отсутствуют флешки, чтобы это сделать. Флешек как бы нет. Приходится выбивать на сухую. Тут Райс уже в спине находится. Вот это уж точно не читается. Минус голова дека. Дальше не открывается. Ravenloot дергает бомбы. Но тут очень много игроков атаки. Тут буквально количеством давят. 6-10 еще становится. Ну и смотрим, будет ли тут все-таки форс. Да. Диглы
скаут. Все это выглядит красиво. И главное, чтобы глоинка не проверили, тогда можно еще насуетить как минимум один фраг. И это был спиди, сразу же сгрызают его. Но дигл, по крайней мере, на фраг реализован. Райт сразу же меняет девайс на галил. И проход под улицу. Секрет. Там в лобби оставили, по-моему, Бери. Да, возможно, Ревенлот с ним встретится. Да, Данил уже поджал будку, но глубже не идет. Очень важный раунд для команды OneWin. Нужно взять этот форс. В противном случае 12-й, скорее всего, оформится, так как денег не будет. Кей минус по Трэвису. Так, Польт. Минус Бумкерри. Сразу же хаешку на ход. Словил ее Берин. Там 15 хп, поэтому не страшно. Смотрит в нужном направлении. И, наверное, все-таки тут Польт погибает, да. Прочитал тут ближнюю позицию Берри Польта. И пакет, в принципе, устанавливается. Данил подлутал галил, но тут, наверное, все-таки необходимо сейвить 2 в 3. На следующем экономическом, по крайней мере, будет скаут. Галил. У Ревенлота еще есть дигл. То есть дигл он может дропнуть кому-нибудь из тиммейтов. А саму сыграть на галиле. Но видно, что, кстати, идут пробовать. Отмена по поводу сейва. Минус галил. Дека его быстренько залутал. И, походу, галил тут не выживает. Да. Лакс его добирает. Посмотрел, но не стрелял. А это важно. И 6-11 на табло. Денюшки отсутствуют. Надо делать экономически. Ну, выбили, конечно, какие-то девайсы. Но тут морковка. У спиди в руках. Райс вообще решил на бюджете сыграть. Пушится улица, а тем временем дроп вентиля через квики. Причем удачно. Слакс контрит поджим улицы. Третье убийство. Не будет тут эйса. Польт его забрал. Бери приходит спинку. И второе убийство от него. Быстрый 12 для Спраут. И теперь OneWin берут девайсы. Поехали. 4 эски. Снайперская винтовка. И денег больше нет. Не остается. Поэтому раунд максимальной важности. И Трэвис уже делает опен. Заблудился слегка Берри тут в смоках. Слегка. Так, ДК. Приходит спиди прямо на прицел. Красиво. Этим временем отрабатывает по улице. Тяжелая задача, но если пойдут под Б в секрет, то, в принципе, еще что-то можно придумать. Но тут рассеивается смог. Сразу два убийства. Да, это... Возможно, мини-камбэк кто заказывал. По крайней мере, первый оружейный берется. Но Спраут, так как они вряд ли забирали раунды, есть... чем похвастаться в текущем. Калаши появляются, да. По итогу получилось. 3 калаша, маг 10 для Берри и дигл. Ну, кстати, есть еще раскид. В принципе, все выглядит неплохо, но OneWin'ам надо с этим справляться. С одним раундом, конечно, экономику не забустишь. По крайней мере, получается пройти вот так вот на морозе в ангар. Никто вообще это не контролировал. Трэвис успел поймать бомкерри. Райт, конечно, разменял 3 в 3. Но есть уже определенная инфа по поводу улицы и бомбера.
Да, хороший тайминг для Ральза. Как он долго ждал. Он ждал, ну, полминуты точно. Кей подлавливает Польта, который, скорее всего, хотел пойти под девятку. По итогу все стояли просто на своих местах у команды Спраут и никуда не шли. И к нему вот так вот прилетают подарочки. Каждому причем. На ровном месте 7-13. Закуп от команды OneWin на последние деньги. Last финансы. Это плохие новости на самом деле, если проигрывает этот раунд команда OneWin. И дека. Серьезный девайс Карель. Который умеет ваншотить, если попадание в голову. Трэвис Берри находит. Берри, кстати, уже не первый раз так погибает. Кей. Не ожидал этого выпада от Гловинга, хотя уже пробрался в этот ангар. Ральс, отличная реакция по Польту. Теперь Польт передал по радиосвязи, что точка Б тут явно занята и, скорее всего, будет пытаться пройти туда. Но проходить придется либо через улицу, либо через вентиля рампы. А тут все контролируется абсолютно. И первый номер — это Гловинг, который на спиде отреагировал. 4 в 2. Ральс тоже туда же. Ну, Гловинг прям как турелька здесь поработал. Слакса, кстати, тоже мог добрать. Но все-таки Слак живет, но он остается против троих. Так, да, Трэвис увидел уже заранее выходящую тень. И принимается решение не брать, кстати, авик. Остается с Карелью дека. Интересно. Ну, со Скарчиком, в общем, будет играть. Девайс, в принципе, приятный. Но видим мы его крайне-крайне редко. Спраут показывают характер. Решили еще раз закупиться на все, что есть. Три мака, автомат Калашникова. Трэвис максимально живет. Так еще его и не проверят, потому что тут молик. По итогу из-за того, что не проверили два фрага, минус еще и по Берри от Польта, минус голова Кея, 9-13, но теперь вряд ли не будут закупаться снова. Наверное, все-таки пора делать экономический и сделать подарок для команды OneWin, чтобы не взяли еще один раунд, но уже против пистолетов голых. Даже ни одного армора тут и не будет. Хотя появляется у Слакса скаут, она же муха, и Берри P250. Взорвали Кея, 37 хп осталось. Сейчас будет снайперская дуэль с дека. Ну, наконец-таки сработал Скар. Наконец-таки этот девайс сделал свое первое убийство на этой карте. Возможно, сейчас будет и второе. Ай-яй, как же разрывает модельку, когда на ней нету армора. Прям ужасно больно кусается этот девайс. Гловинг. Ну там, кстати, Трэвис 17 хп. Гловинг пытается его как-то прикрывать. Спасают рядового Райана. 10-13. И теперь Спраут снова закупаются. Ну, можно предположить, что Скар появился мискликом случайно. Такое тоже может быть. И стоит обратить внимание на Трэвиса, который наколотил уже 27 фрагов за 22 раунда, друзья. Хороший показатель. Гловинг выигрывает дуэль с Кием на улице. Мало того, у него еще был прикрывающий тот самый Трэвис. Но, добыв этот фраг, уходит все-таки обратно по точку А. Тут раскид. Берри прогоняется моликом. Параллельно Ральс минус по опорнику точки Б. Слышно было, как дропнулся вентиля игрок. И Трэвис еще добрал. Не, ну складывается очень неплохо для команды Спраут. Хотя вот тут спиди подставляется, но все равно 3 в 3. Но у Ральса и Берри на двоих 12 хп в сумме. Так, Карель меняется все-таки на девайс помобильней. Но бомба установлена, время идет. Есть еще одна, кстати, флешка.
Она в аквариум, по-моему, вылетела. Дека под свою будет выходить через квикки. Гловинг аквариум. Увидел Ральса. Оу. Пере. 3 хп, 1 в 2. Бомба дефается. Ревенлот должен прикрыть. Да, и это происходит. Получилось оформить 11-й в скобочках ТБшку. 11-13, ставится пауза. Ставится пауза, там, кстати, еще сомнительная такая экономика. Команда Спраут, в принципе, с Галилами отыграть можно. Но пока пауза, и думает, возможно, команда справа, что делать. Именно от них ставится тактическая. Но есть время, по крайней мере, посмотреть статистику. Кто-то как раз и заказывал ее. Пауза уже, кстати, отжимается. Все так же Трэвис. Прок-лидер на сервере. 25 у Слакса. Ревенлот, восьмерочка, 10 у Берри. Ну, в принципе, все плюс-минус плотненько. Если есть у кого-то мало фрагов, значит у кого-то есть пространство, да, можно так это охарактеризовать. Максимальный лузбонус у Спраут стоит отметить, да. Каждый раз будут их радовать. Но ванвин пока что возвращаются потихонечку. Еще два раунда до баланса на этой карте. Оу, Берри, есть фраг. Ревенлот минус по Ральсу. Еще и третьего забирает. Четвертого практически получилось. И минус от Польта. 12-13 становится счет. Но теперь точно будет экономически, так как тут 3000 на каждую. Дигл. За исключением Слакса. Покупаются для всех. Есть минимальный раскид. И можно, можно лутать 13-й и выходить на паритет. Так что не стоит рано списывать со счетов команду ванвин. Поляк тем временем находит голову. Поль, только одно убийство. А вот это, кстати, плохие новости. Калаш-то забирается, и преимущество по живой силе за Спраут все равно есть. И, скорее всего, они должны понимать, что это точка Б. Спраут особо не церемонились, сразу же пакет поставили. Выбить реально, но тяжковато будет. Тут сейчас по всем углам, по всем позициям расплетелись Спраут. Мало того, есть автомат Калашникова. Ого, Берри! Слакс поставил тоже хедшот. Какая красота. И по итогу получилось взять раунд с пистолетами. Так, может быть, Спраут не нужно закупаться в принципе? 12-14. Никогда не стоит списывать со счетов, действительно. Ревенлот пытается тут бороться и сохранить этот девайс на следующий. Ну, поехали в последние деги команды ванвин. Дальше лузбонус как бы не поможет. Там его особо как бы и нет. Проход через улицу. Пока никто даже не прошивает. Берри дождался Трэвиса. Вот такой вот презент. Но есть от Гловинга размен. Ральц, отличное попадание по Ревенлоту. Гловинг очень вовремя. Но Спиди тут вторым номером вообще никак не считался. По итогу 2 в 3. 2 в 3. Берри смещается сквозь квикки. И Польт в спине. Польт, пора. А он еще к нему на прицел приходит. Но это прям идеально. Идеально. 2 в 2 минуты времени.
тут, наверное, какие-то тайминги спасают, что одну, что другую команду. Сейчас кошки, мышки. Пока что Кейспиди решили проверить вдвоем лобби. Дека вообще нас здесь не интересует, крайне далеко находится. Поль сканирует девятку и улицу в целом. Вот тем временем ставится пакет без каких-либо проблем от Спиди. Bomb has been planted. Время пошло. Есть инфа, что один идет через вентиля. Тем более это слышно. Кей там уже наготове. Ну, тяжелая задача. Посмотрите на Кея. Ну, вряд ли он тут отпустит дека. Дека, как ты это сделал? Можно, пожалуйста, повтор? Один в один. Но время очень-очень поджимает. Бомба тикает крайне быстро. И Спиди на выпаде все-таки забирает этот раунд. Ну, как там дека сделал этот фраг? Если были бы ставки на этот момент один в один, то, наверное, на Кея, на поляка было бы 1-1, 1-2, а на дека тройка и четверка. Но все-таки иногда тройка-четверка работает, а 1-2 как бы нет. 12-15, маппоинт для команды из Германии. Два Фамоса, ППшка, Авик и Эска в распоряжении команды Венвин. Гранат на удержание особо нету, и проблема назревает. Так как одна ошибка, и это уже 16-й, и мы грузимся с вами на следующую карту. А следующая карта — это Ancient, выбор команды Sprout, на котором представители из Германии чувствуют себя максимально комфортно. Но сегодня новый день, и мы это проверим, утверждение, естественно, в скором времени. Пока что дикий холд команды Sprout, целая минута прошла, пока что никто никому не прикоснулся. Но скоро это произойдет, дорогие зрители. И, возможно, накаляется обстановка, а, возможно, кто-то знает окончание этого раунда. Но пора его уже реализовывать. Особенно Sprout в атаке, естественно. А там поджим радио. Дека убегает в ужасе. Но, по крайней мере, есть инфа, что это точка А, либо вентиля. Бери, есть фраг. За мгновение есть убийство, но есть и ответное. Глоинг культанул на 2. Дека остается против парочки Слакс и Спиди. Фейк по бомбе, топнул на 9. И Слакс его доедает. Все-таки Sprout заканчивает с победой карту нюк. Но на этом матч не заканчивается. Возможно, он только начинается. Еще раз повторюсь. Ancient, выбор Sprout, следующая карта. Но пока что пауза. Дядя Watchful был с вами у микрофона.